Она сказала, что не было ни гроша, ничего, что потом царь подумал и заточил его в темницу. Просто так. 12 молодцев явятся, и что ему будет приказано, все за одну ночь сделано. А как же я найду вход в то подземное царство? Проводила бы я тебя, да ногам от огня больно. Ну да ладно, ступай за мной, Артынка. Так и отправились они в путь дорогу. Вдруг забрезжил свет. И вышли они на широкое поле. Сейчас доедем, я тебе дам. А на том поле великолепный дворец выстроен. А на дворце живет отец красной девицы. Встречает их волшебник. Требуется мне ни злата, ни серебра, ни камней самоцветных. А коли хочешь жаловать, дай мне колечко. Что ж, пожалуй. А? Окей, да.